только трэш, блядь. Так, вот моя пушка, вот еще пушка, вот ракетница, вот вообще ракетница, пуханка, вот еще заебись. Так, мы, короче, экипировались, потратились. Теперь отправляемся туда. Алло, Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Хорошо. Доктор перекинул меня к офицеру под домом. Тут безопаснее. Он строит пираты, приходит к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока. Классно, у тебя все. Это самое. На тебя все сбросили, и теперь ты, блядь, ну крутись как хочешь. Ты обязан их это... А ты не обязана, блядь. Ну ты же женщина. Она, блядь, там бродит, играется, гуляет. Херакс нашла, короче, там какой-то корабль, будет его чинить, нахуй. Пиздец. Бабскую работу нашла. Но... Могла бы обучиться, блядь, там, стрельбе. Хуй его знает. Ну, вот так потихонечку. Сейчас и будем их выебывать. Текс. Блять, не по плану. Я же говорил. Тут, сука, всегда все не по плану, блять. Я как вас прям. Хотя вас я не признаю, вас это козел полнейший. Так, короче, сейчас мы пополним тут за вообще весь боезапас. И пошли они все нахуй. А. Ah.
Давай, давай. Так, где же они снимают видео для выкупа? Ага, вижу тебя, вижу! Не пускать его, он идет! Еще три ракеты осталось. Тебе будет это, блять, вам всем тут будет больно. Наркоту подожгли, заебись. Ай! Самое интересное, что пираты все местные. То есть они такие черненькие, темненькие. Они как бы, ну, именно из того места, где они живут. Лиза, я иду! Вас там специально, короче, играет моими чувствами. И он, короче, мою девушку уже давно туда вывел. Он понял то, что что-то там не так. Так, ну ладно. Это видео. Ее тут нет. Нет. Прошу. Нет. Скажи мне, мама, папа. Мам? Пап. Я люблю вас. Мам, пап. Я хочу домой. Очень хорошо. Давай так же еще раз. Нет. С большим чувством. Ты можешь, милая, давай. Нет. Что у вас? Там вроде наших натянул на беду. Бенджамин, Бенни, Бен. Я тут снимаю фильм, окей? Слушай, тебе бы уйти отсюда надо. Эти сраные дебилы... Ты мог сказал... бы... Не ругаться. А то у нас тут, между прочим, леди актриса. Пошел нахер. Я нахер? Ты видишь, что ты наделал? Ты настроил мою актрису против меня. Теперь пошел нахуй. Исчезни. Прошу простить моего друга и его бестактность. Он просто полный козел. Сыграем так, чтобы Оскар дали, окей? Слезы, отлично, дальше. Специально меня позлить. Нет. Прошу. Нет. Ой-ой-ой-ой. Мам, пап. Мам, пап. Я люблю вас. Мам, пап. Бедный тигр. Ёб твою мать, зря вот я смотрел по разным сторонам, вот меня и ёбнули. А мой кофе уже давно закончился, блядь, надо паузу жить, пойти кофе попить, ну ладно. О, мы здесь были, в этих развалинах, я открывал, но они на карте не помещаются, но я был в этих развалинах. Вот когда открывал карту до этого записи этого видео.
набил, а? Я говорю, кто набил? А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк на экзотику, а я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Кранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол-то, а? Наши любимые! Из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать. Кстати, зажигалка твоя дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Брата увел, а мне пизда с девушкой. Давай, вставай. Лиза, я иду. Я иду. Надо прострелить трубы. Я и стреляю, блядь, по всему вообще. Блять, не об этом думай. Иди за мной. Есть идея. О, нет, я так не могу. Отсюда только вниз. Давай. Джейсон. О, боже. Это пиздец.
ним! Стреляй по тачке! Лиза, за руль! Что? Иди! Окей! Окей! Черт, не заводится! Давай, 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 давай! Сейчас мы их. Управляю движением. Я не могу. Как же мне справиться? Все нормально. Они в нас стреляют. Чем ты занят? Стреляй по ним, Джейсон. Не дергай руль. Ты мешаешь. Я же не могу прицелиться! Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Типичные бабы. Руки на 10 и 2! 10 и 2! Хочешь вести? О боже, о боже, о боже! Быстрей, быстрей! Тут не шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! Зачем заглушила мотор? Не я! Он сам! Покрути ключ! Меньше газа! Да я... Ты о чем вообще? Лиза! Они перед нами! Джейсон, впереди! Серпантин, блядь. Ну все, у меня уже кукуха поехала. Серпантин, ёб твою мать. Уходим! Я все брошу. Быстрей, быстрей! О да. Ублюдки не узнали, что их убило. Это я в конце застрелился, походу. Мы чуть не умерли, не попали в рабство. Хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай. Я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Бежим, бежим. Оружием всем дай, научи их в вооруженным конфликтам. И отправь их, блядь, в ебеня, пускай в, так же, как ты, в лес, как ебанутый, уходит и стреляет, блядь, по кабанам, нахуй, там, по всем. Дейзи сказала, что она в пещере под домом. В пещере под домом? Вот здесь. Ну и все, сейчас мы окажемся в пещере. Лиза? Дейзи? Ты цела? Ох, две жопки. Дейзи, жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Быстро ты выплакалась, блядь. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Отличная находка. Давай, посмотри.
Цела, я рада. Я тоже. Думаешь, лодка поплывет? Я росла с лодкой. Поплывет, поверь. Как дела? Не хочу говорить. Интересно, что происходит в Санта-Монике сейчас? Все спешат в Малибу. Вот что там. Ничего не пропустишь. Сейчас поищем головку. Я бы тебе дал одну головку. Нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готова? Почти. Есть! Да. Клево! Дальше мы сами. Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Я вот с тобой хочу, Шлюшела. Так, ладно, короче, мы на это. Можем принять наркоте. Но мы потом примем наркоте, когда уже... Уже всех соберем, чуваков. Можно принять наркоте сразу, то есть и всю историю, которая там будет под воспоминаниями, рассмотреть. Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Ой, блять, пиздец. Прости. Голливуд снится. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целые. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальных, а ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Она хотела больше с тобой времени провести. Мы еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Нытик, нытик. Знаешь, мы не успели убежать, сука. Не. Мы потом наркотики примем. Да. В игре я имею в виду. Наркотики это зло, но в игре мы их примем, потому что так требует миссия. И не ради кайфа, а ради дополнительного контента. Вы мне скажите, у нас... Да похуй мне на этих сексуальных красоток вообще, прям на которых хочется наяривать и наяривать. Вы мне объясните, у меня вообще что-нибудь прокачится здесь? Прокачится? Нет? Нет, не прокачится. Давай, звоночек. Алло? Джейсон, я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спать. Похуй мне на что-то там говорит этот придурок. Нам сейчас нужно вот это делать. Сейчас мы все это продадим. Нахуй. Ну и все. Останется только у нас что? Расходный материал. Тут у нас броня. И... Три лекарства еще куплю. И заебись будет. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов. Иди к ней. Кто она? Цитра.
Она приведет тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. И во что я вляпался? Нам еще далеко? Если нам далеко, блядь, то... Да, конечно, нам пиздец пиздовать тут. А, так, ладно, переместимся.